Не надоело тебе постоянно быть одному? А зачем мне еще кто-то? Мне и так хорошо. Я такой же был, как ты. Наше дело маленькое, поймал, привел. Дальше все решает правосудие. Да нет никакого правосудия. Стукала ваша система. Угости меня, друг, сигареткой. Мы так долго нельзя с ними по закону. Молча, никому а как тогда? Должен ответа. Варить бы? Я пришел к тебе, знаю. Или жарить? Что полночь. Петр Иванович, а я... знаешь, что мы не чужие. Да все. Все нормально, все. О годах прошедших. Не раздешься, понял. Да и сколько еще не прожили. Дней тревожных, ночей сумасшедших. Федор Иванович, ты все просчитал. Это вот хрен! Посчитал он! Чтобы душу вот так надыбы. Ты ведь знаешь, что мы не спасители, не вершители чьей-то судьбы. Не искали мы счастья чужого, да и славы чужой не искали. А для друга всегда либо было вы его слово, выгоняете, либо эта папочка пойдет туда, куда надо. Понимали, что усталость, я понял, она есть. Не от Бога. Что слова это как научили. Да и жизнь одна лишь дорога. Нет. Не играли мы, просто любили. Нет. Наливай, не молчи, слишком редко. Мы с тобою вот так вот встречались. Хороший мальчик. Угости меня, друг, сигареткой. До утра еще время осталось. Наливай, не молчи, слишком редко. Мы с тобою вот так вот встречались. Угости меня, друг, сигареткой. Не разбрасывайся. До утра еще время осталось. Угости меня, друг, сигареткой. До утра еще время.